Здравствуйте, друзья! В этот раз я побеседовал с девушкой уникальной, с девушкой сильной. Сильной, да, именно это слово. Она не побоялась ничего. Она переехала жить в Москву, поступила в один из самых престижных вузов нашей страны, и именно об этом мы с ней сегодня и поговорили. Прошу любить и жаловать. Наедине с Петровкой, Нина Бебнева. Ну, у нас передача выходит в декабре, скоро уже практически Новый год. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к Новому году? Как ты его отмечаешь? Да, в общем-то, никак. Я его отмечаю в кругу друзей, либо с родителями. Ну, конкретно этот Новый год я поеду в свой город и буду отмечать это со своей семьей. Вот ты приехала сюда на поезде. Ну да. Вот сейчас. Вот какие у тебя были эмоции, когда ты вот через, ну сколько, 3,5 месяца где-то тебя не было у нас тут? Получается, что да. Да, вот через 3,5 месяца вернуться, так сказать, на родную землю самарскую. Вот какие у тебя эмоции? Я вышла из вагона и дошла так вот до вокзала, так смотрю на него. Смотрю на автобус, на 126-й. Я такая, круто, за 3,5 месяца здесь не поменялось ровным счетом ничего. Мы активно все, я думаю, следим за твоей жизнью в Инстаграме, ВКонтакте. Это очень большое дело, что ты выкладываешь истории и пишешь вот эти заметки о своих прошлых днях. Всем еще раз привет! Это 35-й день лаборатории брендов и мой второй видеоотчет. Да, это становится немного легче, чем в прошлый раз. Буду кратко. У меня по целям было прописать сценарий социального ролика и заняться бытовыми делами. К счастью, обе эти цели я выполнила. У нас есть информация, что это ты делала не по своей воле. Расскажи нам об этом. В общем, учеба на моем факультете, она делится как бы на две части. Это академические пары и специальные капитанские модули. Вот, и у них как бы больше ориентация идет на практику. И конкретно в этом модуле, который назывался «Лаборатория бренда», нам нужно было организовывать мероприятие, и как бы там был определенный KPI, и по которому мы должны были выкладывать посты в своем дне, то есть с полным анализом дня, со всеми своими мыслями, какими-то инсайтами по поводу этого дня. Вот, и просто какие-то делать выводы на будущее. Ну, тебе самой это нравится, затея? Ну, сначала это было довольно-таки тяжело, и, не знаю, не нравилось никому, потому что ты сильно устаешь, тебе еще нужно пост написать. Как бы, кому это надо, для кого это нужно, потом мы поняли, что это нужно только для нас. Вот, и это, в принципе, очень полезный опыт, из которого как бы для себя просто извлекаешь какие-то полезные инсайты. Вот, и растешь как личность. Также тяжело записывать видеоотчеты. Следующий вопрос я хотел бы тебе задать про город, в котором ты сейчас живешь и учишься. Про Москву, столицу нашей Родины. Значит, понятное дело, что она во много раз больше Схи, во много раз больше Самары. И скажи, пожалуйста, как тебя по приезде, вот, когда ты поступала, встретила тебя Москва? Радостно. В общем, я приехала, меня встретили мои же уже одногруппники, потому что мы с ними давно уже общались, сейчас скажу, с мая. Вот. Мы уже знали, в каких мы составах будем учиться, и как бы, не знаю, я просто приехала, мне все было уже комфортно, я знала, куда я поеду, где я буду жить, с кем я буду жить. Вот. И, ну, не знаю, было как-то очень просто. Хорошо. Ну, а сам как город тебе по ощущениям? По ощущениям? Ну, первые дни было очень непривычно, потому что, конечно, из одной среды перепрыгнуть, скажем так, в другую сразу, это довольно-таки масштабно, скажем так. Вот. И то есть темп города, конечно, просто удивлял. Большая разница между тихим городочком на окраине Самары и столицей. Yeah. Вот. Постоянно забитые метро, огромное количество машин, в принципе, просто, и огромные здания, то есть они, ну, производили свой эффект. Вот. Но влилась в это все я очень быстро, потому что у нас постоянно была компания, какая-то движуха, в общем, мы куда-то ходили, где-то гуляли. Первый день мы приехали, нас отправили всех в Рео, вот, и там нам держатели давали специальный, так сказать, не знаю, квест по Рео и со всеми, не знаю, рассказами об учебе в капитанах. Вот. Но на следующий день нас отправили в центр города, это
парк Зарядье, вот, и оттуда нам сделали квест большой, вот, получается, от центра мы в итоге пришли в парк Горького, вот, и там наш квест закончился, он длился очень долго, по-моему, часов 6, вот, и мы перемещались только пешком, выполняли какие-то задания, то есть мы приходили на станцию, допустим, на какое-то место, вот, нам скидывали задания в онлайн-режиме, мы его выполняли, скидывали какие-то фотографии, видео и бежали, то есть, на следующие геолокации, которые нам присылали наши держатели. Еще вернемся про учебу в школе. Ты вот уже сказал, что ты училась на физмате, но при этом сдавала обществознание, английский язык. И вот я думаю, нашим школьникам будет очень интересно узнать, как ты готовилась к этим экзаменам, которые у тебя не профильные предметы. Ну, может быть, кто-то знает, но моя мама учитель английского языка, и, в принципе, то есть я в этой сфере как-то более-менее разбиралась. Вот. В 10 классе я готовилась к экзамену кембриджскому, поэтому какие-то у меня базовые знания были. Вот, поэтому к английскому языку я готовилась только в школе с Юлией Евгеньевной. Передаем привет. Вот. И ну, просто решала тесты, как бы читала, слушала, вот и все. А обществознание я ходила также к преподавателю, вот мы решали тесты, разбирали. Вот. Но также у меня был репетитор. Как бы, ну все, смотрела видео какие-то, разбирала темы, которые в интернете находила. По профилю я занималась только математикой, вот, и все. Делала домашнее задание. Ну, это уже по профилю. Репетитора у меня не было, я сдала на 80 баллов. А всего у тебя сколько в сумме баллов? Так, баллы ЕГЭ только 323 и еще медаль. 328. А вот про медаль скажи, пожалуйста, легко ли тебе было ее зарабатывать? Ну, не сказала бы. Сказала бы, что мне было очень тяжело в 10 классе, потому что тогда была химия, вот, которую я единственная, за которую я получила четверку в 10 классе. Вот. А в 11-м, не знаю, мне вообще было очень просто, я как-то не парилась по учебе. Я такая, о, классно, школу закончила. Как-то было слишком легко, даже не почувствовала. Да, но мы помним, что все люди разные, вот мне не повезло, а вы не обольщайтесь, потому что у вас может быть по-другому как-то вы человек устроенный. Ребята, расскажите, как вы готовитесь к экзамену? Не вам в рифму или по существу? Давай так и так, мы выберем, что лучше. В рифму я не буду, а то не пройдет цензуру, а по существу. Никак. О, нет. Нина, ты уже до этого посещала разные города, страны. Вот, знал, что ты была в Париже, как песня Высоцкого. В Будапеште, да? Да. Значит, и где ты еще была? Ну, так. Из таких вот. Могу сказать Брест. Обожаю Брест. Почему не верю? Проездом, правда. Ну, я была проездом в Белоруссии, в Польше, в Варшаве. Вот, была в Германии. Где еще была? В Австрии, в Вене. Вот, и в Будапеште, в Венгрии. Ну, в маленьких городах в Будапеште. Ну, это, я бы сказал, большой такой сложный список. Вот, какой из этих городов тебя больше всего привлекает? Ну, я бы, не знаю, я бы хотела сказать, что я, мне понравилось вот, господи, столица Германии, чуть-чуть все зову, Берлин. Мы сидим тупее вообще просто. География. Ладно, хорошо. Мне понравилось в Берлине, но мы там были очень мало, поэтому как бы такой оценки не могу дать. Так же, как и про Польшу и Австрию, то есть, ну, про Вену и Варшаву. Ну, красивый город. Города красивые, безусловно. Вот. Но как бы оценку дать не могу, так как была там очень мало. Вот. Я была в Будапеште, как бы тоже один день, поэтому, ну, так, типа, ну, красивый город, конечно, история у него вот такая, тоже, скажем так, большая. Вот. Ну, в Париже мне понравилось, правда, было очень грязно, мокро и холодно, когда я там была. Вот. Мне понравилось в Венгрии, потому что я жила в небольшом городочке, в Веспреме, вот, и там очень... Не знаю, там очень классный рельеф, то есть он почему-то мне напомнил Алексеевку, конечно, потому что там вот такие вот постоянно какие-то склоны, подъемы были, и типа я там перемещалась на самокате, было очень интересно, ну не знаю, мне просто понравилась как бы атмосфера. И он такой маленький, аккуратный, как бы тихий, вот, конечно, там понравилось, вот, все. А в Петербурге ты была? Да, была в Петербурге. Как тебе Петербург? Ну, не знаю, мне кажется, Петербург — это любовь, наверное, всех вот. Девочек-школьников, вот. Потому что, ну, реально, город очень красивый, просто ты, не знаю, ты заходишь на какую-то улочку, это любовь с первого взгляда. Я хотела туда сразу поступить, вот, я собиралась туда поступить, но как-то
не срослось. Не то, что не срослось, поменялись интересы. А вот ты живешь в Москве, а вот из этих городов, в которых ты была, где бы ты хотела жить? По своему там, я не знаю, духу? Ну, трудно сказать, конечно. Но сейчас, пожив какое-то время в Москве, я понимаю, что в Москве я жить не хочу. Вот, потому что, не знаю, темп города какой-то слишком бурный для меня. Типа, я больше люблю какую-то тишину и спокойствие, так сказать, стабильность. Вот. Поэтому я думаю, что мне понравилось бы в Петербурге, тем более, что там такой еще холодный климат, и я это люблю. Вот. Возможно, что я захотела бы переехать за границу, тот же Веспрем, вот. Не знаю, мне просто как-то запал за душу этот город. Когда у тебя появилась такая идея, что ты вот хочешь, мечтаешь и собираешься уже жить именно не в Самаре, учиться именно не в Самаре, а в другом городе? Ну, у меня изначально была такая цель, вот. С рождения? Ну, с рождения, с момента обучения, можно сказать. Ну как, в классе, наверное, девятом я подумала, что я бы хотела учиться в другом городе, потому что мне кажется, что там больше перспектив, вот, в профессиональном плане, конечно. Вот. Ну, не знаю, в 10 классе подумала, что я бы хотела, наверное, учиться в Москве или в Петербурге. В 11 я узнаю о конкурсе и как бы уже настраиваюсь на мысль, что если не Питер, то Москва. А я рассматривала СПбГУ, экономический, вот, питерский государственный вуз, потом самарский экономический, вот, РЭО, в котором сейчас учусь. Какой сложный выбор. Мне очень понравился питерский государственный вуз, потому что в нем очень много, то есть было, скажем так, вне академической деятельности именно, то есть какие-то, не знаю, допустим, учебу по обмену, вот, то есть какие-то, не знаю, мероприятия, всякие студвёсны и так далее, и то есть вот эта вот жизнь активная меня привлекала. Я не знаю, что там как бы, какого качества учебы, но думаю, раз это государственный вуз, вот, то должно быть хорошим. Ну, в принципе, не знаю, я даже смотрела сайт, мне было очень приятно, удобно по нему, как сказать, двигаться, вот, поэтому меня это тоже привлекает, потому что когда я открывала сайт Самарского экономического университета, мне хотелось только плакать, да. Потому что там было непонятно ровным счетом ничего, вот. Но я просто знала, что если сейчас поступаю в капитаны, вот, то мне, в принципе, выезжать, ну, надолго куда-то нельзя, либо, потому что я тогда не могу не закрыть модуль, вот. Модуль вообще, в принципе, не сдать, потому что у нас есть такая вещь, как карате. Вот, и по нему нужно набирать посещение. Ну, ты никак не наберешь посещение дистанционно. Да, понятно. Вот. Поэтому как бы уезжать нежелательно. Нежелательно. Но если, ты... правда, у тебя есть 300 тысяч, то что уплатить. И когда все-таки очень хочется поделиться своими мыслями в передаче наедине с Петровкой. Я хочу тебя спросить о творчестве. Ты у нас художница. Совершенно рисуешь. Но вот раньше мы часто видели твои посты с рисунками. Как у тебя сейчас с этим делом обстоит? Есть ли у тебя время на это? Вообще нет. Вообще нет. Только если есть жуткое желание, я могу что-то нарисовать на парах в тетрадке, но это бывает очень редко. Вот. Не знаю, просто как-то ты, когда возвращаешься домой, нет никакого желания как-то типа скрупулезно рисовать что-то. Вот. Ну, у тебя были достижения раньше. Ну да, собственно, я в Париж ездила на конкурс рисования. Вот, Париж. Вот, рисуйте рисунки. Вот у нас сейчас был конкурс рисунков, вот видите. Кто победит, поедет в Париж. От Петровки. Значит, и также ты у нас поешь замечательно, Саша. Да. Да, вот. Вот, пение я стараюсь не забрасывать, потому что мне это как-то даже больше нравится, чем рисование. Когда тяжело, трудно верить, что это пройдет. Что жизнь отнимая потом многократно вернет. И может мы скоро поймем, что нет ничего теплее зимы, где новых взаимно любимых найдем себе мы. И пойдем в эту теплую осень в туман. Город усыпанный листьями море огней, показывай зарево в звездах небесный экран. Среди однокурсников поешь? А, да, все знают, что я пою, что я играю. И на всех наших сборах факультетских вот, я часто играю и пою.
Ну, я думаю, всегда это вызывает бурные аплодисменты. А как? Одобрение в любом случае. Конечно, это само собой. Значит, развивая тему про вот, что однокурсники ценят твой талант, а вот как у тебя вообще с ним сложились взаимоотношения? У нас, в принципе, на факультете очень такая семейная обстановка, вот, ну, потому что мы очень много времени вместе проводим, и доходит взять то, что мы в начале обучения своего, наш первый модуль, это была цивилизация, в которой мы должны были неделю жить в лесу, вот, в имитированной реальности, вот, у нас были, как сказать, вот эти цивилизации, были, как сказать, страны, мы должны были бороться, воевать, в общем, это очень странно, но это так. Нам очень сближает людей. Вот, и, то есть, мы как бы жили в палатках все вместе, готовили все вместе, там, купались в речке, в трусах и майках, типа, ну, все вместе, ну, конечно, у нас такая довольно дружеская обстановка. Никаких дистанций. Вот, и мы очень много времени вместе проводим, да, ну, то есть на парах, после пар, работаем вместе, и, как бы, не знаю, я как братьев и сестренок воспринимаю своих одногруппников. Очень много приезжих, не москвичей, и получается так, что кто-то там квартиры снимает, кто-то общежитие, вот, и общаться получается с кем-то из Москвы, ну, не получается просто. И, как бы, единственный такой вот область коммуникации – это твои одногруппники и ребята из других групп. Есть знаменитая песня Вячеслава Малежика «Провинциалка», которая вот сошла, ладно, есть знаменитая песня Вячеслава Малежика «Провинциалка», и там как раз поется про девушку, которая приехала в Москву. Вид, в общем-то, почти партизанского, шито в городе, ее в ателье. Есть у вас такие? Провинциалки? Да не сказала бы. Я вообще не сказала, в принципе, что сейчас есть огромная разница между тем, из Москвы ты и не из Москвы ты. Я бы, знаете, что сказала, что в Москве москвичей раз-два я общался. Да. Значит, держатели все наши, мои одногруппники, то есть они там из Ижевска, из Самары, из Казани, из Ульяновска, блин, со всех городов, которые, наверное, только могут быть, они есть. Вот. У нас москвичей группа, по-моему, человек 5, может быть. Вот. У нас, если что, 27. Ну вот. Поэтому не зря университет называется российским. Не московским, а российским. Наверное, связано с этим. Также я хочу тебя спросить про другую сторону, еще одну очередную сторону твоей творческой деятельности. Ты у нас была на театралке, ты у нас в Петровке. Вот тоже, как вот у тебя этот период? Ну, с театралки начиная, и потом уже плавно переходя в Петровку. Угу. Вот, когда ты пришла в театралку, что тобой двигало? Ну, я была довольно-таки застенчивой девушкой, вот, и я шла на театралку только для того, чтобы как-то раскрепоститься немножко, учиться держать себя, держаться перед публикой, вот, и, не знаю, позиционировать себя как-то, как я хочу, вот. Наверное, вот с этой целью я шла на театралку, чтобы как-то поставить свою речь и не стесняться ее, вот. Ну, конечно, типа, это повлияло очень хорошо. Вот, спасибо театралке. Наверное, если бы не она, я бы сейчас здесь так вот не сидела, не с Петровкой. Я не знаю, я просто как-то такая, о, прикольная тема, почему бы не попробовать, как бы, можно все. Я попробовала, понравилось, почему нет. Да. Когда твой друг на глаз твоих ключей ответствует язвительным молчанием, когда свою он от руки твоей, как от змеи, отдернет содроганием, как на тебя взор острый пригвоздя, качает он с презрением головой. Не говори, он болен, он дитя, он мучится безумной тоскою. Не говори, неблагодарен он слаб и зол, он дружбы недостоин, вся жизнь его какой-то мрачный сон. Ужели ты прав? Ужели ты спокоен? Ах, если так, он в прах готов упасть, чтоб вымолвить у друга примирение. Но если ты затейливо язвил пугливое его воображение и гордую забаву находил в его тоске, рыданиях, унижении, но если сам презренный клеветы ты для него невидимым был эхом, но если цепь ему накинул ты и сону врагу предался смехом, и он прочел в немой душе твоей все тайное своим печальным взором, тогда ступай, не трать пустых речей, ты осужден последним приговором. Еще один вопрос такой. Вот, может быть, ты ждала от меня какого-нибудь вопроса, а я тебе его не задал? Да, не знаю.
Нет. Нет, сейчас можно честно, я бы сказал. Да мне особо нечего рассказывать в моей жизни сейчас. Вот это только вот университет и все, что там происходит. А все, что там происходит, я уже рассказала. Что ты хочешь пожелать нашим зрителям, например, в преддверии Нового года? Делайте все вовремя. Я вас очень прошу. Вот. Не опаздывайте никогда ни с чем. Со сдачей работ особенно. Вот. Все, не растягивайте свои дела. Да, это все. Да, очень хорошие слова. Значит, все у нас в жизни хорошо. Значит, Нина нам будет иногда привет передавать из Москвы, я надеюсь. Стараюсь. Ну, куда делать? Да. И спасибо вам, что посмотрели. Думаю, будет много лайков и просмотров. Нина организует со своим факультетом. Поэтому спасибо. До свидания. Этот выпуск, 8-й по счету, завершает цикл передач «Наедине с Петровкой» в 2018 году. Разные люди, с которыми я побеседовал, каждый из них по-своему уникален и интересен. Всем им я еще раз хочу сказать большое спасибо. Ну и я надеюсь, в следующем 2019 году будут люди не менее интересные и важные. Как для меня, так и для вас, дорогие друзья. С наступающим Новым годом! Спасибо за внимание и до новых встреч!